Здравствуйте, все зрители моего канала. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня с вами я, Галина, и у меня посылка с AliExpress. Одна посылка, но большая. Я уже вот ее разрезала. И все находится вот в таком вот дополнительном пакете. Пакет с воздухом, для того, чтобы ничего не повредилось. И давайте будем смотреть, что же я там получила. Разбирать будем по очереди. Коробочек много. Я уже и не помню, что заказывала, поэтому все будет по очереди. Во-первых, я получила пенку для умывания. Эта пеночка хорошо очищает кожу, очищает от черных точек, снимает жирный блеск и заживляет акне. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, какая она там внутри. Все под пломбочкой запечатано и вот с таким вот сроком годности. Посмотрите, до 22 года. Открываем. Очень приятная коробочка. Сразу видно, что здесь находится. Так. В коробочке вот такой вот флакончик. Он небольшой. Здесь, вероятно, 100 миллилитров. Флакончик с помпочкой. И сейчас мы с вами пойдем в ванну и протестируем эту пеночку. Ну вот, я в ванной, и сейчас мы попробуем, что же это за пенка для умывания. Или это мусс, или это пенка, даже я не знаю, что тут больше. Вот. Вот такая вот капелька выпала. Жидковатая. Жидковатая, я бы не сказала, что она тут такой красивой пеной выползла. Наносим на лицо и распределяем по лицу. Надо еще немножечко. Ну вот видите, как она, не знаю, ощущается, как на ощупь здесь прямо какие-то есть немножечко скрабинки в этой пенке. Ну и скатка. Вы знаете, что скатывается пенка эта и очищает мой макияж. Мне нравится. Она очищает грязь всю и сама по себе скатывается. Ну, а теперь пойду смывать лицо. Открываем маленькую коробочку. Целлофан я уже сняла. И здесь находится крем под глаза. Та же фирма. Есть инструкция. С двумя фотографиями. До применения и после применения. Вот такой вот флакончик. Флакончик в виде шприца. Давайте будем разбираться. Снимаем наконечник. Так, он просто так снимается. И здесь есть вот такая кнопочка.
Мы нажимаем на нее, и выдавливается немного крема. Чуть-чуть. Крем желтый. Не совсем желтый, оранжевый. Но на теле он оттенка никакого не дает. Впитывается очень быстро. И очень легко. Даже ощущение, что немножечко прямо как бы осветляет. Но это уже буду смотреть, когда буду применять на лице под глазами. Вот такой вот интересный флакончик. Закрываем опять его. Вот такой вот крем для кожи под глаза. Откроем еще одну коробочку. Как видите, та же самая фирма. Целлофан я сняла. Срок годности до 22 года. В коробочке находится вот такая вот баночка с кремом. Это крем ночной с коллагеном. Производитель нам обещает, что крем увлажняет кожу, восстанавливает ее эластичность, слегка осветляет и разглаживает наши морщинки. Вот такой вот он гелеобразный, прозрачный. И сейчас мы посмотрим, как он будет вести себя на коже. Под крышечкой находится еще одна крышечка. Я наношу немного геля на руку. Не немного, а много получилось. Крем впитывается быстро и остается очень приятное ощущение. Кожа гладкая, не липкая. Ощущение бархатности. Вот такой вот приятный крем. Очень красивая баночка. Запаха в креме нет никакого, совершенно никакого. И это очень хорошо. После того, как я буду пользоваться этим кремом, я обязательно вам расскажу, какой эффект он мне дал. Действительно ли он разгладил мне хоть какие-то морщинки? И почувствовала ли я, что моя кожа стала более эластичная и осветленная? И еще в посылке у меня две коробочки. Вот такие. Одну я уже сняла целлофанчик. И сейчас я посмотрю, что же там внутри. Внутри средство от выпадения волос. Для роста волос. Так, сейчас мы посмотрим. Есть у меня тут такая бумажка, которая была в коробочке. Вот такая вот. После 3 раз применения волосы
начнут расти после 6 и после 9 раз применения, обещают нам, что у нас станут волосы намного гуще. Я это заказала, потому что у меня, там, где у меня постоянный пробор, у меня немножечко стали волосы редеть. Пробор переместить на другое место мне как-то это неудобно, поэтому я решила попробовать вот такое вот средство. Сейчас мы с вами разберемся, как же этот флакончик этот открывается и что тут надо делать. Так, как-то ж он должен работать. Так, поворачиваем. Поворачиваем и, вероятно, нажимаем. Так, пока там еще. Вот. И отсюда вот вылетает совершенно прозрачная жидкость. Не жирная. Легкая, как водичка. Вот такой вот флакончик. Здесь сколько здесь не вижу, потому что все не на русском языке написано. Я думаю, что тут максимум может быть 15 миллилитров где-то. Ну вот, так как я заказала два флакончика, то надеюсь, что это средство мне поможет. Вот и все средства, которые были в моей посылке. Заказывала только все, что мне нужно. Первое впечатление очень хорошее. И надеюсь, они меня не разочаруют. Ссылки все будут обязательно под видео. Вы сможете для себя заказать, если вам что-то понравилось. А в дальнейшем, после того, как я уже попользуюсь этими средствами, чуть подольше, я обязательно в своих видео вам о них расскажу. И о том впечатлении, которое у меня будет складываться в процессе использования этих средств. Ну, а на сегодня все.